Раз Васич решил устроить себе перезагрузку, пусть все будет серьезно. Он должен смастерить себе скакалку, пока не обзаведется настоящий. И каждый день напрягать на скакалке в течение 5 минут. Хопа! На тебе! Че ты? Немножечко так, дегтя-то. Дегтя-то. Сейчас маленькая ложка дегтя, а потом будет половник. Там уже половник не дегтя будет, а половник чего-то похлеще. Оп-оп! Я беру невидимую скакалку и начинаю. Так. Вась, надо начинать с завтрашнего дня. Я начну сегодняшнего. А с крестной ты можешь сделать прыжок? Опа! А на одной ноге? А это что, прыги? Это боковые перескакивания на скакалке. Оу, щит, мадафака. Это чисто с армянским акцентом. Оу, щит, бой, бич! Уважаемые смотрители, я говорю рецепт. Я смешала обе баночки сметанки, намазала чесноком и обязательно душистые травы, чтобы наша курочка была самой душистой и ароматной. Мама, как ты меня напугал! Я открываю дверь, а он стоит! Давай я тебя обниму, мой хороший. Так, все, Макс вернулся, это хорошо. Слушайте, как вы думаете, как ему лечили зуб? Давайте, откройте пошире, я не знаю. Рот шире, откройте рот шире. Я думаю, что это было вот так. Что происходит? Сейчас. А вот все хорошо. А, вы подзаряжаете. Как же было на самом деле? Как тебе вылечили зуб? Оз! Блин. Потом я взбодрился, короче. Оз! Зуб, короче, вот. Ты зуб. Это да, растет. Нет. Вот он сейчас вырос. Он пророс. О! Зуб вырос. Зуб вырос. Теперь он начинает прогрессировать. Так, все. Все смотрители должны обязательно чистить зубки утром и вечером. Да, смотрители, ухаживайте за зубами. В деревне-то нашей ничего не происходит, гусь. Ну как не происходит, гусь? Происходит, ну к чего, гусь? Тизон же посадили на 10 суток. Да, наверное, поэтому пока она молчит. А когда она вернется, она обязательно вспомнит, что мы будем делать. Лии-то нету до сих пор. Кажется... Пожалуйста, смотрители, верните мне мою Лию, я вас очень прошу. Вот, Лия, видишь, он стоит, тоже тебя ждет, и я жду. И надо мы все прийти. Ждем. Гаспар Тюрмин! Я светлана! Это задание, вернуть Лию. Если Милана сможет поехать в Смоленск, как-то духовно выполнить задание, мне кажется, и Лия сможет из-за этого вернуться. Давайте сейчас скажем Милане, что мы готовы ее отпустить, потому что сейчас в доме воцарилась любовь и понимание. А что? Опять моя чебурашка в студии. Смотри, видишь как? Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. Нам нужно просить, чтобы смотрители оплатили это задание, чтобы мы вернули Лию. Вот. Участвуйте во всех голосованиях, которые проходят на наших сайтах. Будьте активными. И вас за это ждут обязательно бонусы, звания и различные призы. К сожалению, моя чебурашка, день рождения! Я крокодил Гена! А ты, моя чебурашка, только раз! Пара-пара-пара-пара-пара-пам! Бабам! Слушайте, вы так бы обсуждали бы нашу бабушку, как крошку-картошку. Отпусти и забудь, забудь, что прошло, уже не вернусь. Эй. Отпусти Эй. И забудь, новый день укажет путь. Эй! Кизельма, а спаркинуешь метеркими, а кахнда, стурга башку, барагарагары, мисс, мисс, мисс или корпа, льюкырги. Рейтинг, ребята. Катюш, ты, естественно, на первых местах. Уважаемые смотрители, кто любит уйти до конца и никогда не сдаваться, присоединяйтесь в мой клан, и вместе с вами мы дойдем до конца. Я вам это обещаю. Хочешь, Миша, но это их реальности. Их реальности.